Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотела показать вам палладиум летом. Какими становятся листья летом. Вот они дозревают, становятся такими кожистыми. На ощущение, как силиконовые. Очень плотненькие, красивые, прозрачные, большие. Такой палладиум становится именно летом. Такие вот листочки. Немножко уже они начинают отмирать. Вот так очень красивый лист. Зимой таких красивых листочков не бывает. Осенью, точнее, зимой фактически он засыпает. И хотела немножко сказать про уход. По-моему, калладиум очень простой, неприхотливое растение в уходе. Самое главное, хорошо дренируемая почва. Вот в горшочке почти половину занимает дренаж. Дренаж я делаю из угольков древесных. То есть кладу на 1/3 горшка это древесные угли. И 2/3 горшка – это хорошо дренируемая почва. То есть торф, кокосовый субстрат, желательно кокосовые чипсы, перлит. И тоже золы немного и угля. Вот при таких условиях он любит полив, но вода хорошо должна стекаться, не должна застаиваться. При таких условиях абсолютно неприхотливое растение. Но это летом при хорошем освещении. Она проявляет всю свою красоту и прелесть. Также при хороших условиях, при хорошем уходе, летом он может у вас зацвести. Вот у меня выбросил 2 бутона. Такое прекрасное растение. Я думаю, многим понравится. Их разнообразие обрадует каждого цветовода.